Второй тур президентских выборов в Колумбии. На высший государственный пост претендуют два политика, которые заручились наибольшей поддержкой избирателей по итогам первого тура, состоявшегося 27 мая. Это кандидат от правой партии «Демократический центр», бывший сенатор Иван Дуке, и бывший мэр столицы Колумбии Густаво Петро, представляющий левую коалицию. Согласно результатам исследования общественного мнения, фаворитом гонки является консерватор Дуке, который обещает провести налоговую реформу и выступает против однополых браков и легализации наркотических веществ. Как отмечают наблюдатели, от того, кто станет следующим президентом страны, может зависеть судьба мирного соглашения, которое правительство республики заключило с повстанцами из революционных вооруженных сил Колумбии в ноябре 2016 года. Дуке неоднократно заявлял, что оно должно быть изменено. Петро выступает за сохранение соглашения.